Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Контракты на 30 миллионов долларов заключили кировские предприниматели благодаря Центру поддержки экспорта. Это самый высокий показатель по стране. Различную господдержку в первом полугодии получили 340 малых и средних предприятий. 25 из них заключили экспортные контракты на поставку своей продукции в различные страны мира. Востребованными за рубежом оказываются кировские экологически чистые продукты, косметика, художественные изделия, удобрения, детская мебель, рассказывает руководитель Центра поддержки экспорта Мария Зеленцова. Центр помогает производителям на всех этапах выхода на новые рынки, от поиска покупателей за рубежом до оформления документов, переводов, сертификации продукции. Одна из наиболее востребованных в последнее время услуг – выход на международные электронные торговые площадки, такие как, например, eBay, Amazon, Alibaba. Программа «Экономика». На кировских заводах может появиться производственная гимнастика. Также в регионе хотят развивать корпоративный спорт. Об этом заявили в областном правительстве. Там подписали соглашение о сотрудничестве с операторами фитнес-индустрии. За счет развития спорта в регионе хотят помочь и отрасли, которая оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавируса. Кроме введения производственной гимнастики, в планах развития спортивных объектов, улучшения материально-технической базы, проведение различных спортивных мероприятий в области. Также чиновники надеются на увеличение в регионе числа фитнес-клубов и тренажерных залов. Экономика на 101 FM. А сейчас информация от наших партнеров. В регионе объявили прием заявок на финансирование участия в выставочных мероприятиях, которые пройдут в 2021 году. Получить можно до 100 тысяч рублей. Рассчитывать на поддержку могут представители малого и среднего бизнеса, которые работают не менее года. Подать документы можно только в бумажном, не в электронном виде. Сделать это надо до 15 часов 17 августа в центре «Мой бизнес», расположенном на Динамовском проезде 4. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте мойбизнес43.рф. Все дополнительные вопросы по телефону 410-410, добавочный 702. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля и 97 копеек, евро 86,63. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.